Победы и достижения. Не пропустите важное. Обогнал двоих, когда ехал второй круг. На стрельбе стрелял по нулям. Штрафных кругов не было. Мой друг ходил на бокс, я пошел с ним. Ну и как-то все закрутилось. Сейчас не бросить ничего, потому что это как наркотик. Болейте за любимые команды и будьте в курсе событий вместе со «Спорт-М».